техники военной. Нас, они нас вывели, они нам помогли, они мою маму несли на коляске. Очень, большое хочу сказать спасибо, ну это правда, мы так боялись, наши украинцы пугали, что придут сейчас военные, расстреляют. И все, мы сидели, я говорила, не может быть, чтобы наши же славяне нас же расстреляли. А там вывезли, там чеченские ребята были, все воду дали, все, всех успокоили, все. Очень большое спасибо. Низкий поклон. Правда, я знала, что Руснин нас не бросит.